Приветствую вас, и без данных предисловий давайте начнем. Первое, что мне хочется сказать, это то, что вы пишете о разочаровании, о том, что немного смущаетесь, потому что видите, что ваши реакции непредсказуемы, особенно в том, что касается мужчин. И знаете, вот разочарование, это свойственно только тем людям, которые испытывают разочарование. Простите меня за такую тавтологию, я ее обязательно поясню. Дело в том, что разочарование — это когда человек сам себе строит определенный образ другого человека. А мне не нужно строить образ, потому что я воспринимаю людей такими, какие они есть. И то, что у вас, например, реакция непредсказуемая, то, во-первых, она непредсказуемая только для вас, во-вторых, это не отменяет того факта, что я о вас говорю. То есть, как бы вы себя ни вели, как бы вы не реагировали на происходящее, поверьте мне, об этом вы хуже не становитесь. Скорее даже наоборот, потому что, ну, все мы люди, и реакция, непредсказуемая реакция, это свидетельствует о том, что мы умеем чувствовать, мы можем чувствовать. Это здорово. Потому что человек, который ведет себя предсказуемо, который реагирует предсказуемо, он напоминает уже робота, он напоминает ту самую идеальную в том, не в контексте без изъянов, а идеальную в контексте того, что возведенную в предел социальную личность, социального субъекта, который настолько запрограммировал свои чувства, да, что уже даже на уровне чувств, на уровне эмоций ведет себя предсказуемо. Вы личность, и именно потому, что вы личность, у вас непредсказуемые реакции, это, поверьте мне, здорово. Поэтому не бойтесь, что вы меня разочаруете как-то. На самом деле, я еще раз повторю, меняю свое мнение о людях только сам. То есть людям не нужно что-то делать, вам не нужно ничего делать, не нужно бояться, что вы что-то сделаете не так. До тех пор, пока вы делаете что-то в контексте ваших желаний, до тех пор, пока вы делаете что-то в контексте своих стремлений, своих целей, разочаровать вы не можете никого. По крайней мере, из людей серьезных. Я, ну, скромно стараюсь относить себя к таким людям. И не нужно смущаться, на самом деле, вам определенно нужно с кем-то быть той, какая вы есть. То есть вам нужен человек, которому бы вы не боялись вообще показать свои слабости, показать свои какие-то, может быть, страхи, может быть, сомнения, задать какие-то вопросы, да, которые бы вы не могли задать кому-то еще. И понятно, что вы не можете разговаривать с роботом, понятно, что вы не можете говорить не с человеком. И если такой человек я, то есть если вы мне задаете такие вопросы, если вы, по сути, со мной проявляете свою слабость, проявляете свои какие-то сомнения, да, то вам это нужно. И было бы в высшей степени несправедливо, еще и по отношению ко мне, стараться выглядеть как-то, чтобы соответствовать определенному образу. Возникает вопрос, а с кем ты тогда
быть самой собой, с кем-то тогда быть расслабленной, и кто же вас примет любой. И если это не ваш муж, если это не ваши родные, не ваши родители, не ваши друзья, не коллеги, не Денис, да, то кто? Ведь вы, по сути, перед всеми людьми хотите быть кем-то. Вот для Дениса вы хотите быть одной, да, вы писали в своем письме, что вы хотите быть той, которую вы боитесь потерять. Для мужа хотите быть другой, для родителей хотите быть третьей, для коллег там четвертый и так далее. Ну, не нужно для меня и для психологов вообще пытаться быть кем. Для психологов лучше быть как раз таки самой собой, чтобы, ну, общение шло наиболее продуктивно. Так что не нужно пытаться мне нравиться, я понимаю людей такими, какими они есть. Я больше всего ценю искренность, я больше всего ценю честность, я больше всего ценю честность с собой, то есть личную честность человека. Даже не честность с другими людьми, потому что там есть свои условности, а вот наиболее ценным, я считаю, честность самим собой. Думаю, что если человек честен сам собой, то у него есть все шансы себя воспринимать адекватно и окружающий мир, соответственно, воспринимать также адекватно. Но если человек себя обманывает, то можно представить, кем он будет в жизни вообще. Не хотел бы я быть на месте такого человека, хотя, не скрою, за всю жизнь приходилось себя обманывать тоже. Так что, надеюсь, эту мысль я вам донес. Можно много об этом на самом деле говорить, но поскольку это не является как таковым важным вопросом, то поэтому я на этом, наверное, закончу. Следующее, о чем вы пишете, это то, что у вас есть несколько дополнительных вопросов. Далее вы пишете, что в детстве смущались, наоборот, не могли оставаться сами собой, ожидали исключения, делали какую-то глупость и говорили, что это не то. Вот, вы знаете, прежде чем перейти к вопросам, я бы хотел немножечко заострить внимание на том, что вот вы пишете, делали какую-то глупость и говорили, что что-то не то. Вот давайте, если можно, я вам попробую привести такой пример. Вот мы с вами общаемся, да, вот мы с вами общаемся, ну, у нас есть своя специфика, своя специфика общения, понятно. И стимул общения свой, и форма общения тоже довольно оригинальная, но тем не менее. Вот как вы думаете, вот если вы совершите глупость по отношению ко мне, как вы думаете, вот, можете ли вы что-то испортить? Понятно, что у нас с вами нет таких дел, как у вас, например, с Денисом. Понятно, что у вас нет той ответственности, которую вы чувствуете, например, с Денисом. Понятно, что у вас нет тех целей, которые вы имеете по отношению к Денису. Это я все понимаю. Но принцип-то общения, он везде один. Понимаете, для людей, которые видят вас, которые понимают вас, которые знают вам цену, и самое главное, знают цену себе, и к себе относятся критически. Они никогда глупость вашу не воспримут как глупость. В том смысле, что, ну, любой человек может ошибиться. Любой человек может как-то, ну, совершить какой-то поступок, да, эмоциональный, какой-то такой вот спонтанный. И это абсолютно нормально. Ну, не будет человек, который вами дорожит, на этом заострять внимание. Просто потому что, ну, вы же не робот. Не робот. И нормально, если вы делаете что-то не так. Но если вы
обязательно с человеком, который так или иначе ошибку вам не простит, и который осознанно, неосознанно, это в данном случае не важно, ждет от вас некой ошибки, некого проступка, то этот случай рано или поздно, самый сильный, все равно вы не можете не ошибаться. Так или иначе, ошибку вы совершите где угодно, что угодно и так далее. Вот, например, с Денисом. Вы ему помогали? Помогали. Вы делали все, что нужно? Делали все, что нужно. Что в итоге получилось? А в итоге получилось, что он вам какие-то претензии еще предъявлял, начал, да? И вы знаете, вот откуда эти претензии? Ну, с вашей точки зрения, вот с точки зрения того, что вы пишете здесь, получается так, что это вы виноваты, что вы вот какую-то глупость совершили, да, что-то не то, что сделали. Но в действительности дело не в вас. В действительности дело в том, что человек не понял причину, по которым вы это сделали, или не захотел понимать причину. То есть, ему, Денису, по какой-то сейчас неясной пока причине, не волнует ваши мотивы. То есть мотивы того, что вы делаете. Вот его не волнует это. Может быть, они у него искажены, ваши мотивы. Может быть, ему не выгодно сейчас о них думать и стараться как-то их брать в расчет и на вооружение. Может быть, что-то еще. Но тем не менее, человек, который предъявляет претензии другому человеку, если эти претензии не связаны непосредственно с ущербом. Да, то есть понятно, вот вы, допустим, сломали мою машину, да, я вам предъявляю претензии в том плане, чтобы вы мне там возместили ущерб. Это понятно. Вы сломали, вы нанесли мне вред, я хочу этот вред как-то компенсировать. Я должен предъявить вам претензии. Но даже в этом случае, это случай чисто формальный, вы при своей осознанности вряд ли сами захотите мне возместить ущерб, если вы понимаете, что виноваты вы. Понятно, что если вы не считаете себя виноватым, тут спор, тут как бы нужно соответствующий процесс для того, чтобы этот спор разрешить. Это ясно. Тут мы не говорим ничего. Но сам факт. А когда явного ущерба нет, когда не отсутствует такая вот формальность, когда вроде бы такого уж откровенного, ярко выраженного ущерба не наносится, да простите, зачем предъявлять претензии человеку? Если видишь, что человек ошибся, если видишь, что человек что-то сделал не так, ну ты его напрасно. Ты помоги ему, ты скажи ему, что нужно сделать. Скажи мягко, скажи без негатива, с пониманием. Потому что понимание причин, по которым человек сделал ошибку, ну, вносит совсем другую искру, совсем другой оттенок в отношении. А если кто-то вам начинает предъявлять претензии, критиковать вас, это человек, который не хочет признавать, не хочет вникать, кто, почему вы это сделали. А значит, он не интересуется вами. А это значит, что, скорее всего, человек интересует только он сам. И вы, наверное, понимаете, что в таком случае делай бы глупость, не делай бы глупость, ведь это вопрос времени, да, когда вы совершите ошибку, все люди ошибаются, идеальных людей нет. А подобную реакцию вы все равно получите. И я надеюсь, смогу до вас донести ту мысль, что если человек видит ваши хорошие стороны, ваши сильные стороны, ваши положительные моменты, достоинства, а не недостатки, то такому человеку, по сути дела, ну, все равно, сделали вы глупость или нет, он вас знает, он понимает, почему вы сделали, и он никогда не обратит на нее внимания. А это значит, что не нужно даже переживать по поводу того, сделаете вы какую-то глупость или нет. Отношение Дениса к вам от этого не изменится, оно не станет хуже или лучше от того, что вы сделаете какую-то глупость.
по вашему мнению, еще и потому, что глупость воспринимается разными людьми по-разному. Например, если перед вами стоит чашка с водой, и вы вместо этого взяли бутылку с водой, которая стоит рядом с чашкой или со стаканом, открыли эту бутылку и выпили из нее, опили из нее, то один человек посчитает это глупостью, а другой человек подумает, что ага, она, в данном случае вы, проигнорировала наличие стакана, она выпила из бутылки, значит она, раз не воспользовалась очевидным средством удовлетворения своей потребности, значит, скорее всего, ей нужен был именно этот способ. А почему? Для чего? Что ей двигало? Может быть, она волнуется и так пытается себя успокоить. Может быть, ей требуется больше времени, чтобы подумать. То есть, видите, какая разница в том, как люди воспринимают то, что делают другие. И тот, кто хочет понимать человека, он это хочет всегда, вне зависимости от того, что вы делаете. А тот, кто не хочет, как бы вы ни старались, все равно найдет в ваших действиях что-то глупое, все равно найдет повод для того, чтобы либо посмеяться, либо как-то покритиковать вас, либо унизить, либо что-то еще. Поэтому не бойтесь никогда делать каких-то вещей, будьте свободны. Помните, что отношения всегда строят несколько людей. И помните, что без желания другого человека построить отношения, без желания другого человека увидеть вас в том свете, в котором вы хотите себя ему представить, без его желания невозможно ничего. И это справедливо для всех отношений вообще. То есть мы здесь говорим про то, что подобные отношения определяются профессионализмом. То есть если, например, вы приходите на встречу, и на этой встрече, на деловой встрече, человек смотрит, как вы одеты, ну, естественно, мы сейчас не берем в расчет, да, там, определенный минимум и так далее. Если человек пристально следит за тем, как вы себя ведете, и замечает ваши малейшие какие-то там недостатки движения, и на этом заостряет внимание, а при этом, собственно, делу он уделяет внимание гораздо меньше, то можно говорить о том, что такой человек потенциальный клиент психоаналитика. И ему нужно обращаться к психоаналитику для того, чтобы понять причины своего такого поведения. Ну, а для нас с вами важно понять, что такой человек не является объективным, не является адекватным, и нельзя ориентироваться, оглядываться на него, когда мы оцениваем свое поведение. Надеюсь, вот момент с глупостью я вам достаточно хорошо пояснил, я старался, это очень важный момент. Теперь дальше. Первый вопрос, который вы задаете, значит, вопрос о муже. Вот вы пишете, как соблюсти абсолютно правильную позицию. Вы знаете, не буду скрывать, в этот момент я улыбнулся, потому что абсолютно правильной позиции, то есть идеальной позиции, нет. Поскольку нет идеала, вообще идеал недостижим, то и идеальной позиции тоже быть не может. Все, что вы можете сказать, это сказать правду, но не всю правду. Ну вот, спросят он у вас, как у вас дела с мужем. Спросите, что неплохо. Вот неплохо, это будет самая правильная оценка того, что между вами сейчас происходит. И я вам открою небольшой секрет,
Что неплохо, это вообще-то говоря подходит к большей части вообще отношений людей. То есть что означает неплохо? Неплохо это означает, что какая-то положительная динамика есть, но при этом есть над чем работать, то есть есть определенные проблемы. Неплохо это очень тактичное слово, которое показывает, что с одной стороны, вы живете как-то, и вы не страдаете, у вас нет прям ярко выраженного переживания негативного. С другой стороны, есть определенные проблемы. И если Денис спрашивает вас об этом с целью поинтересоваться, как у вас дела именно в личном контексте, то неплохо даст ему понять, что, в общем-то, есть определенные проблемы. То прежние проблемы, наверное, никуда не делись. Что они, наверное, остались, что они есть, просто, может быть, чуть-чуть видоизменились. Если у Дениса это просто вопрос, знаете, такой, ну, как бы тут сказать, дань этики, этика. Хотя, вообще-то говоря, такой вопрос не совсем этичен, но тем не менее, то это будет вежливый ответ неплохо. Об этом не говорят. Об этом не говорят на встречах, об этом говорят в интимной обстановке, и поскольку это касается вашей семьи, то, соответственно, вы имеете право не раскрывать полностью то, о чем он спрашивает. Я понимаю ваши переживания. Я понимаю, что вы не хотите быть неискренней. Я понимаю, что вам хочется быть правдивой. Но если вы на встрече начнете сразу рассказывать все про мужа, будет это неуместно. Если ничего не будете рассказывать, тоже будет неуместно. Тут вы совершенно правильно подметили. Поэтому нужно всего лишь сказать, что неплохо. Неплохо. Могло бы быть и лучше, но неплохо. И если мужчина заинтересован в том, чтобы, ну, как-то завоевать вас, да, если мужчина заинтересован в том, чтобы близиться с вами, то вот этот вот момент, эту сферу, где могло бы быть и лучше, он постарается занять, чтобы показать вам, что он как раз-таки лучше вашего мужа в том, что могло бы быть лучше. Дальше. Вы спрашиваете, какой будет его реакция, если вы скажете, что работаете над отношениями с мужем. Ну, если мужчина выдержанный, он прореагирует максимально вежливо, он скажет, что рад за вас, скажет, что вы молодец, наверное, пожелает вам удачи, но искренности и какой-то особой чувственности в этом, естественно, не будет, потому что, и это уже ответ на ваш следующий вопрос. Потому что мужчина относится к вашему мужу все равно сверху вниз. Если он однажды увидел его как человека, который уступает ему, уступает во многом, то сейчас этим ничего не изменилось. Это так и осталось. Он также воспринимает его как кого-то ниже себя. И то, что вы работаете над отношением мужа, над отношением с мужем, попрошу прощения, для него будет означать, что вы опустились до его уровня. Уверен, он считает, что мужа своего вы недостойны. Уверен, что он считает, что вы достойны гораздо большего. Уверен, что ваш муж, он уверен, что ваш муж не дотягивает до вас, что он не пара вам. И, конечно же, он в идеале считает себя вам парой. Может быть, так оно и есть. Но Денис не был бы мужчиной, если бы не думал, что вы сами себя унижаете тем, что работаете над отношениями с мужем. Именно работаете. Ведь Денис, наверное, считает, что мужчина сам должен все делать. Денис, наверное, считает, что именно мужчина должен как-то работать над отношениями, как-то что-то с ними делать, что-то куда-то их развивать, как-то их продвигаться. То, что вы работаете, для мужчины, наверное, это унижение. Вот что-то мне подсказывает, что Денис думает именно так.
Потому что, ну, это следует из того, что вы писали ранее, и это следует из того, что вы писали даже в своем письме, вот в этом вот, только ниже. Как относится к моему мужу, к вашему мужу Денис, я надеюсь, вам рассказал. Могу добавить только то, что если вы представите какие-то моменты, связанные с вашим мужем, в положительном ключе, то Денис отреагирует на это достаточно негативно. Он считает, что вы, ну, опять-таки, опустившись до уровня мужа, что вы, наверное, перестали меньше себя любить. Возможно, его это в некоторой степени от вас оттолкнет, потому что он, ну, считает, что вы достойны большего, достойны лучшего. И вот здесь момент заключается в том, что если мужчина хочет действительно чего-то для вас, то он попытается вас от мужа отдалить. Может быть, показав, что с ним вам работать лучше, может, еще что-то сделал. А если ему это нужно для себя, то он выступит скорее с негативной точки зрения и будет держаться от вас отстраненно. Еще раз, вашего мужа он видит в качестве своего потенциального соперника. Возможно, у него к нему будет повышенное негативное отношение, потому что за то время, что Денис сидел, у вашего мужа была возможность как-то реализоваться. Денис понимает, что он ее использовал, ваш муж, но тем не менее, Денис чувствует, что он находится сейчас в более проигрышной ситуации, в более проигрышном положении, но вместе с тем он же не отошел от мысли, что он лучше все равно, лучше вашего мужа, и поэтому Денис сейчас, по сути дела, находится в том положении, когда, знаете, он пал. То есть вот он занимал позицию выше вашего мужа, лучше вашего мужа. И сейчас он упал, сейчас он потерял все, что имел, как я понял из ваших писем. И именно потому, что это произошло, мужчине уязвлено самолюбие, уязвлена гордость. И это может спровоцировать мужчину на более резкое негативное отношение к вашему мужу. А может быть, равной долей вероятности, может быть напротив. Отношение более позитивное с тем, чтобы за позитивом скрыть свою истинную реакцию. И надо сказать, что тот мужчина, которого вы описываете, будет придерживаться второго варианта. Если вы помните, то в предыдущей записи я говорил о том, что вот Дениса можно разделить на два образа, на тот образ, который представляете себе вы, и если этот образ совпадает с реальным, и на тот образ, который существует в действительности, и этот образ не совпадает с тем, что у вас, это значит, что человек вам не подходит. Вот. Если человек тот, которого вы себе представляете, то, скорее всего, он будет к вашему мужу относиться очень вежливо, позитивно. Да, позитив этот будет на игры. Позитив этот будет такой искусственный, но, тем не менее, это будет позитив, это будет показатель силы воли Дениса. Показатель силы воли Дениса и показатель того, что он умеет признавать свои ошибки, умеет признавать поражения и умеет адаптироваться к изменяющимся условиям. А вот если мужчина будет негативно, ярко негативно проявлять себя, это означает, что мужчина не умеет проигрывать, мужчина не умеет признавать поражение, ну и это плохо для мужчины, это плохо вообще для человека любого, но это
Для женщины это простительно, а для мужчины нет. И не нужно говорить, что отсутствие умения признавать свои поражения, ну, не приведут к успехам, не приведут к уважению, не приведут к каким-то достижениям. Также можно говорить о том, что такой мужчина эгоист. И если именно такое будет отношение к вашему мужу, то тогда тот самый вариант, при котором реальный человек не совпадает с тем, которого вы себе представляете. Если говорить о том, что есть, то это соперничество, это сравнение, безусловно, сравнение. Все мужчины сравнивают себя с другим, особенно если имеет место быть такая ситуация, как у вас. Наверное, это попытка выделить свои достоинства на фоне вашего мужа. Наверное, это будет некий намек на то, чего Денис попытается добиться, что Денис попытается восстановить все то, что он делал, что Денис как бы вернет себе былое могущество, что он вновь покажет вам, кто он такой, если сейчас, например, так или иначе он уступает вашему мужу в чем-то, то определенно будет его желание, его стремление купировать вот этот разрыв, который произошел за время, которое Денис сидел. И вы увидите желание Дениса, наверстать упущено. И это желание, оно похвальное, это желание, оно достойно уважения. И это желание как бы в честном соперничестве показать потенциальному сопернику, что ты лучше, это достойно уважения. То есть Денис будет волей-неволей пытаться вам показать, что он лучше вашего мужа, что он более достойный, что если у него сейчас чего-то нет, то обязательно будет. И если Денис тот человек, который вы описывали, то это будет вежливость, это будет спокойствие, это будет такое, знаете, здоровое, размеренное любопытство. Когда человек просто будет расспрашивать вас о том, как у вас дела и так далее, здесь важно говорить действительно правду. То есть у вас не все гладко, я бы сказал, что отношения переживают определенный кризис. Об этом нужно тоже сказать, что у вас сейчас не самое лучшее время с мужем, и это будет справедливо. А может, это действительно так, у вас сейчас не самое лучшее время, и если Денис этот вопрос волнует, он вас обязательно спросит, что это значит, то есть он попросит вас раскрыть этот момент, но понятно, что раскрывать нужно наедине, а не на встрече, где есть третьи лица. Надеюсь, на этот вопрос я вам ответил. Дальше. Если речь идет о его супруге, как вам себя вести с учетом того, как развиваются последние события? Ирина, вы знаете, немножечко неловко мне, я как бы выстраиваю ваше поведение, я вам как бы, ну, вы просите меня вас советовать, как себя вести. Я бы хотел немного воздержаться от этого, потому что, понимаете, все-таки ваша жизнь, и вам нужно самой выбирать то поведение, которое вам наиболее подходит. Все-таки это ваша жизнь, и если вы выберете поведение, то которое посоветовал я, и получится что-то не так, вы будете иметь полное право меня винить. А мне бы этого не хотелось. Даже просто чисто по-человечески портить с вами те отношения, которые сейчас есть, мне бы не хотелось. Поэтому
Знаете, я постараюсь как-то вот держаться конкретных советов, я постараюсь, я понимаю ваш запрос, я попробую на него ответить, вот, но отвечу я на него с конца. Значит, стоит ли поднимать вопрос по письму? Нет, 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 не стоит, потому что письмо могло быть написано на эмоциональной, на эмоциональном, так сказать, взводе, на эмоциональном пике. Ведь понимаете, я ведь говорю уже и повторю еще раз, что мужчина тоже вас не видит. И мужчина, возможно, тоже испытывает те же переживания, что и вы. Как вести себя на встречу, что делать, что говорить и так далее. Это вам кажется, что вы, только вы испытываете подобное ощущение. На самом деле нет. Мужчина тоже. И вполне возможно, что письмо – это такая попытка защититься от чрезмерного сближения, от чрезмерной нуждаемости вас. Мы этого, конечно, не знаем. Но так это или нет, это будет ясно в дальнейшем, а пока не стоит поднимать вопрос по последнему письму. Я понимаю, что вам неприятно, но это же знает и Денис. Если его волнует ваше чувство, он сам вам объяснит это письмо, сам за него извинится, сам почувствует, как он был неправ, и самостоятельно, опять-таки, если это тот человек, которого вы представляете, тот человек, которого вы описываете, он сам возместит все неприятные эмоции, которые у вас появились из-за письма, и вам не нужно самостоятельно это делать. Потому что если вы делаете это самостоятельно, то вы проявите инициативу. Вы проявите инициативу, эта инициатива будет выглядеть так, как претензия, а не очень здорово, не очень правильно на первой встрече после долгой разлуки определять человеку претензии, просто потому что, ну, это не слишком вежливо и довольно по-детски. Поэтому вопрос поднимать не стоит. Если мужчина сам этот вопрос не поднимет, если мужчина сам не затронет эту тему, это значит, что его не волнует, это значит, что ему все равно, а это значит, что его отношение к вам совсем не такое, каким вам хочется его видеть. И если же бессмысленно, как вы, наверное, понимаете, поднимать вопрос, все равно мужчина будет стоять на своем. Нужно отдельно сказать, что он, Денис, просто может вести себя так, как человек, который в чем-то перед вами виноват. И, может быть, ему гордость не позволит, например, перед вами извиниться за это письмо. Или гордость не позволит признать, что он как-то неправильно его сформулировал. В таком случае можно говорить о том, что это такое вот негласное извинение, такое вот молчаливое, как бы, молчаливая просьба прощения, и уже вам решать здесь, принимать ее или нет, прощать его или нет. Это исключительно ваше, ваше решение, ваш выбор. Как вам поступать здесь, я говорить не буду, потому что это не было бы правильным, это нарушило бы этику. Дальше. Далее вы пишете про супругу. Значит, если супруга придет на встречу вместе с Денисом, то вести себя следует максимально официально, максимально вежливо, максимально выдержанно, говорить только по делу, только по существу. С мужем отделываться, с вашим мужем отделываться общими фразами, на жену вообще не обращать внимания, говорить только с Денисом, общаться только с ним, и, собственно говоря, не давать ему никаких поводов, а главное, не давать поводов его жене чем-то вас скомпрометировать, да, чтобы у жены не возникло никаких дополнительных доказательств, подтверждений того, что вы ведете себя
как-то не так, как-то неправильно, как-то неверно и так далее, и так далее. Но если Денис, опять-таки, тот человек, которого вы описываете, он не придет на встречу со своей супругой. Просто потому, что он ее знает, он понимает, кто она, он отдает себе отчет в том, что это за человек, он отдает себе отчет в том, что она ничего хорошего не принесет вам и ему тоже на этой встрече, а будет только лишь мешать. И в этом случае я думаю, что ее, скорее всего, не будет. Но если она будет, значит, мужчина прогнулся по ней, значит, мужчина поддался ее напору, и это вряд ли будем говорить о том, что это все-таки тот человек, которого вы описывали, потому что любой мужчина, уверенный в себе, четко знающий, чего хочет он, и чего хотите вы, если не четко, то, по крайней мере, в общих чертах, он не станет создавать такой же откровенный фактор раздражения. Далее. Значит, вам не нужно делать вид, что вы безразличны к ней, к супруге, в смысле его. Но акцент нужно делать на том, во-первых, что вы безмерно и бесконечно лучше ее. И здесь мы говорим о том, что если речь идет о его супруге, как вам себя вести? Ведите себя как человек, который относится к супруге сверху вниз. То есть вы такой взрослый, она такой ребенок. И вы относитесь к ней именно как к ребенку. Ведь вы умнее, вы образы интеллектуальные, вы образованные, вежливые и так далее. И это самая правильная позиция реальной оценки себя и реальной оценки ее. Снисхождение. Вот одно слово, которое можно описать ваше поведение. То есть, ну да, вот приходилось мне общаться с моей супругой. Ну, она не самый легкий человек вообще. Это то, что вы можете сказать. Не могу сказать, что мне было приятно с ней разговаривать. Она грубая. Я к такому общению не привык. Я думаю, это тоже можно сказать, потому что нет в этом ничего необычного, нет в этом ничего странного. Ну, можно заменить слово грубость, скажем, просто у нее своеобразный стиль общения, который мне не всегда подходит. Не всегда мне комфортно. Но это не влияет на дела. Я с ней дела вела так, как того требовалась ситуация. Вот и все, в принципе. То есть, вам нужно вести себя в этой ситуации, как человек, который понимает, где вы и где она. И что вы находитесь, в общем-то, на совершенно равных вселенных и сравнивать вас не стоит. Опять-таки, если мужчина, тот, которого вы представляете, тот, которого вы описываете, то он не будет поднимать тему супруги вообще. А если и будет, то, знаете, не в контексте того, что вам придется что-то объяснять. Он будет поднимать тему супруги только лишь в том контексте, что может быть извиниться в чем-то за нее перед вами, может быть постарается как-то раскрыть ее поведение, может быть что-то еще. Но никаких обвинений в ваш адрес мужчина, которого вы себе представляете, делать не будет. А если он начнет ее защищать перед вами, то я надеюсь, тут уже не нужно никаких пояснений, вы и так сами понимаете,
что это надо. Это значит, что мужчина, поддался ее версии событий, это мужчина поддался ее точке зрения относительно вас. И доказывать что-то, объяснять бесполезно, вам нужно только сохранять лицо, упираться на то, что вы сделали все, что в ваших силах, и что вы сожалеете, если как-то ее задели, но после этого говорить о нормализации отношений, о их каком-то развитии, я думаю, к сожалению, уже будет нельзя. Потому что, ну, по сути, мужчина оскорбит вас тем, если будет как-то обвинять вас в контексте своей супруги. Даже мне по вашим письмам понятно, как обстоят дела. А я человек, в общем-то, далекий. Ну, далекий именно от ситуации в физическом плане. А Денис человек, который находится непосредственно в этой ситуации. И если он ее, эту ситуацию, понимает неправильно, ну, такого человека можно опять-таки только пожалеть и, к сожалению, признать тот факт, что вы ошибались в том, когда рисовали его в своем воображении. Такое, к сожалению, бывает, и в этом нет ничего страшного, в этом нет ничего необычного. Нужно, не нужно себя винить за это, нужно все, в принципе, понимать. Понимать так, как обстоят дела, и понимать, что это нормально, что человеку свойственно придавать людям те качества, которые он хочет видеть. Которые он хочет видеть, но не те, которые в нем есть. И это как раз-таки тот момент, о котором дальше пойдет речь, отчасти. Потому что вот той, какой вы хотите быть для Дениса, той вы, наверное, в меньшей степени являетесь для своего мужа, который все-таки тоже ценит вас, но ценит не как равную себе, ценит не как такую вот драгоценность, которая знает себе цену, да, которая действительно важна, оценит как очень важного человека в своей жизни, но занимающего определенного положения, ниже при этом положения, чем он сам. То есть ваш муж не желает принять тот факт, что вы ему равны. А Денис это принимает. И вот этот момент, эта разница, скорее всего, и является той, которая привлекает вас именно в Денис. Но тем не менее, вы не хотите для него быть женщиной, вы хотите быть для него женщиной, которую он будет бояться потерять, только потому, что у этого мужчины есть те качества, тот образ, который вы ему придаете. И этот образ вы ему придаете потому, что у вас были ситуации, когда он вас, можно сказать, покорил, можно сказать, ну, расположил к себе, и, возможно, вам очень нравится эта недосказанность. Это вот недосказанность, то есть не какие-то такие откровенные проявления чувств, да, а именно вот такие вот полимеры. И с одной стороны это хорошо, но с другой стороны взрослые люди могут и не ходить играть в такие игры. Поэтому вам нужно понимать, что если тогда это было естественно, то сейчас Денис может уже не захочет быть вот именно в такой позиции. В позиции, что, ну, вроде бы есть какая-то симпатия, но в то же время ее вроде бы и нет. У него жена, у вас муж, и все. Что-то вы делаете, это играете в вот такие игры. Мужчина может вполне спокойно вам намекнуть о том, что либо вы с ним, либо вы уходите от своего мужа и начинаете быть с ним, а он уходит от своей жены.
либо вы остаетесь каждый со своей второй половинкой, и друг другу у вас больше никакого тепла, такого, какое было тепло, да, уже не будет. Потому что за 8 месяцев, которые мужчина провел под стражей, могла произойти переоценка ценностей, и эта переоценка ценностей, она ну, просто-напросто раскрыла мужчине глаза на некоторые моменты. Например, на те, что нужно не мальчик, чтобы играть в такие игры с вами, и что ему нужна все-таки какая-то определенность. Возможно, этот человек еще больше будет ценить время, которое у него есть, и не будет тратить его на такие вот полимеры. Это я вам говорю в контексте того, что вы описываете дальше. И хотел бы вам сказать еще, что вот посмотрите сами для себя вот на какой вопрос. Вот вы отвечаете, что значит, ну, что мужчина чего-то от вас ожидает, он смотрел на вас глазами, он ощущал ваше восхищение, вы ощущали его восхищение, и все это было очень здорово и прекрасно, но при этом ни к чему не обязывало. Ну, во-первых, представьте себе, а что бы было, если бы это начало к чему-то обязывать вас? Согласились ли вы, например, быть ему любовницей? Согласился бы ли он вам быть любовником? Просто попробуйте себе такой момент представить и подумайте, как бы вы вели себя в этой ситуации, в этом случае. Следующий аспект, это аспект того, что вот он видит в вас очень важного для себя человека, но и муж тоже видит в вас очень важного для себя человека. Поэтому задайте себе такой вопрос, вот в чем разница между восприятиями вас этими двумя мужчинами? В чем разница? В чем различается их видение вас? Ведь у Дениса оно свое, а у вашего мужа оно свое. Вот чем эти восприятия отличаются друг от друга? И какое восприятие вам нравится больше? Какое восприятие вы чувствуете более соответствующее вам? Вот ответ на этот вопрос поможет вам лучше понять, кем вы вообще хотите быть для Дениса и для мужа. Потому что, еще раз повторю, если то восприятие, которое дает вам Денис, вам подходит больше, то с мужем у вас нет шансов. Вы всегда будете неудовлетворены. И не зависит это от того, получится у вас с Денисом что-то или нет. Вы с мужем счастливы просто не будете, потому что мужчина, что мужчина может сделать? Ну, он может изменить свое поведение, он может там начать давать вам все то, что вы, например, не получали. Он может начать вам это все давать. Но его восприятие изначально, оно не изменится. Он так и будет вас воспринимать. А это не даст вам в итоге того, что вы хотите. Так что этот момент нужно, вам нужно обдумать. Дальше. Вы пишете, вы боитесь быть отвержены? Нет. Я не думаю, что вы боитесь быть отвержены, я думаю просто, что вам нравится то, как вас видит Денис. Вам нравится, что он вами восхищается, вам нравится, что он вами дорожит, вам нравится, что он видит в вас не только женщину, но и делового партнера. А точнее наоборот, он видит в вас не только делового партнера, но еще и женщину. А мужчина, ваш муж точнее, видит вас только кого-то одного. То есть, либо это деловой партнер,
либо это его жена. А вот женщину и все сразу все три аспекта он у вас не помечает. То есть сразу в трех и постарших вы перед ним не выступаете. И вы чувствуете, что как бы, ну, не до конца полно вы получаете то от своего мужа, что вам нужно. Возможно, именно это и отличает отношение Дениса от отношения вашего мужа. То есть Денис воспринимает вас более полно. Вы чувствуете, что он раскрывает вас как человека. То есть тут, говоря человек, я имею в виду все возможные роды. Это и деловой партнер, и друг, и женщина. То есть все возможные ипостаси, в которых люди могут выступать друг для друга. А муж видит вас более ограниченным. И вот эта ограниченность вас не устраивает. И это то, о чем я вам говорил. Что как бы мужчина не старался преодолеть эту ограниченность, он не сможет никак. Я понимаю, вам это неприятно, но тем не менее. Вряд ли. Мужчина сможет преодолеть определенные ограничения в том, как он вас видит. Во-первых, для него это будет означать ошибку, что он ошибался раньше, когда воспринимал вас определенным образом. Во-вторых, если он будет что-то для вас делать, то это будет обусловлено так или иначе не тем, что он внезапно увидел вас с другой стороны, а тем, что он понял, что для вас то, что вы просите, действительно важно, и что нельзя на это закрывать глаза. Конечно, шанс того, что он начнет более полно вас воспринимать, есть. Но он не такой большой, к сожалению, чтобы можно было на него рассчитывать. К сожалению, никто не отменял личные интересы человека, личные интересы мужчины, а мужчина все-таки, заинтересован в том, чтобы быть с вами. Мужчина заинтересован в том, чтобы не потерять вас. Я имею в виду вашего мужа. Как самолюбивый человек, как гордый человек, мужчина воспринимает потерю вас как удар по собственному самолюбию и как потерю части своего достижения, что для него тоже неприемлемо. Это не значит, что он воспринимает вас как средство, нет. Но, тем не менее, этот момент тоже нельзя упускать из виду. А вот как воспринимает вас Денис? Являетесь ли вы для него достижением? Являетесь ли вы для него чем-то, что подчеркивает его? Или он исключительно направлен и нацелен только на вас и видит в вас ценность в себе? Вот муж, видя в вас ценность в себе, еще и воспринимает вас как ценность для себя, для него. А Денис в меньшей степени воспринимает вас как ценность для него и в большей степени как ценность именно вас. Вот это отличие. И весь вопрос заключается в том, сможет ли ваш муж, восполнить вот это вот отличие. Дальше. Вы спрашиваете, может вы скажете, что достаточно будет этой встречи, для того, чтобы понять, возможно ли у вас будущее с Денисом, возможно ли в будущем сближение, достаточно будет всего лишь одной встречи, это правда. По истечению этой встречи вы, скорее всего, поймете, остались ли вы друг для друга теми же, кем были, или нет. Если остались, то будущее есть, если не остались, то будущего нет. К сожалению, одной встречи действительно будет достаточно. Как ее грамотно провести, на самом деле об этом было сказано уже немало,
ваши вопросы, я имею в виду первый, второй и предыдущее письмо, отвечают в определенной степени на этот вопрос. Что здесь добавить? Ну, во-первых, добавление будет еще в четвертом и пятом вопросе, к этому вопросу. Но пока мы на нем, давайте ответим так. Вам желательно просто вспомнить, как вы себя вели с ним раньше. И вот так же себя вести вновь. Если он примет ваше такое поведение, значит он остался тем же, кем был, и имеет вами, возможно, будущее. Если он не примет ваше поведение, значит он изменился. И вы должны будете ответить себе на вопрос, какие это изменения. Положительные ли, или наоборот, отрицательные. Если отрицательные, то будущего нет. Если положительные, то будущее станет просто более вероятным. Более положительным, более безоблачным, более радужным. Вот, по сути, все. Как можно ответить именно на этот вопрос в контексте его постановки и его форм. Что касается такого шанса, то я думаю, что вы слишком гордый человек, чтобы самой себе позволить дать мужчине второй шанс по завоеванию, например, вас или по расположению вас к себе. Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что если мужчина как-то вас разочарует, то, ну, не будет у него второго шанса на то, чтобы вернуть вас, ваше расположение, ваше доверие, ваше восхищение. Почему? Потому что доверие, как известно, очень легко потерять. А восстанавливать его можно годами, а то и дольше. И вы, как человек серьезный, ценящий себя, свое время, не позволяющий обижать себя, не позволяющий играть с собой и так далее, думаю, вряд ли дадите мужчине второй шанс. Это и он понимает. И поэтому, если он вами дорожит, второго шанса даже не потребуется. Если он тот человек, которого вы представляете себе, второго шанса вам будет не нужно. Потому что все будет понятно и так. Если мужчина хочет быть с вами тем, кем он был раньше, он приложит все усилия для того, чтобы им быть. А если мужчина не будет с вами тем, кем он был раньше, значит, он не хочет этого. А раз он не хочет, то никакого шанса второго просто быть не может. Ведь это не заблуждение. Это осознанный приход к тому, что есть. Возможно, и такая ситуация, что мужчина будет иметь определенный настрой по отношению к вам. Настрой это будет негативный. Но когда он вас увидит, он начнет сомневаться. Если вы увидите, что мужчина сомневается, не торопитесь делать выводы. Дайте возможность ему сопоставить тот образ, который увидел он, с тем образом, который ему навязывали. И если тот образ, который увидел он, победит, то вы будете опять-таки теми же, кем были раньше, только спустя некоторое время. И вам в этой ситуации просто нужно быть собой и вести себя так же, как вы вели себя с ним до всех этих событий. В этом случае быстрее вам станет понятно, возможно ли возвращение к делам, как обычно, или нет. Далее, вы пишете, значит, как объяснить ему, что у вас не было выбора, значит, кроме как отказаться от профессиональных с ним дел. Я думаю, что объяснение на этот счет можно и нужно
я думаю, что объяснение на этот счет можно и нужно сделать так, сказать так. Вы четко знали, по какой причине и почему вы отказались от проб дел с ним. И раз так, раз у вас были четкие аргументы, то если вопрос станет, просто дайте ему их и все. Если мужчина вас уважает и ценит, то он примет эти аргументы. Он примет их, и, по сути дела, ничего объяснять повторно вам ему не придется. Что же касается дружбы, то дружба. Вы можете ему предложить, сказать, что поскольку дела у нас сейчас нет, то мы с тобой можем поддерживать добрые отношения, общаться, помогать друг другу, может быть, в чем-то. В общем, не терять. То есть, если вы увидите по прохождению встречи, что дружбы, то есть, что дел у вас нет, и он вам ничего не предложит, никаких проектов, ничего, то тогда вы можете просто предложить ему не терять друг друга из виду, и это будет означать, по сути, предложение дружбы. Если он захочет, он ее примет, а если нет, то значит уже нет, это его выбор. Но я думаю, что если он вами дорожит, если он ценит вас, если понимает, насколько вы ценны для него, то дружбу он вашу определенно примет. Потому что, ну знаете, не каждый раз, не каждый день такого человека, как вы, для него можете встретить, можно встретить, и мужчина это прекрасно, я думаю, понимает. А это значит, что терять вас совершенно из виду было бы в высшей степени расточительно для него. Ну а если он не понимает, значит не тот человек, обедники, которого вы себе представляете. Дальше. Далее вы пишете, что говорить о ваших с мужем профделах. Он будет спрашивать, это его любимые темы. В общем... Полагаю, в таком случае мой муж и его жена сойдут с ума. Этот вариант исключен или есть вариант, или я с удовольствием возглавила бы его проект, но слишком много «но». Вы знаете, что касается профессиональных дел. Здесь, вообще-то говоря, не стоит никаких допускать полимеров. Совершенно. Почему? Потому что в делах профессиональных нет места каким-то эмоциям, нет места каким-то чувствам, нет места личным амбициям, если только это не направлено на пользу делу, да? И вам нужно сказать по факту. Вот, есть у вас, можно, профессиональные дела, и как вы их ведете, в какой форме и так далее. Вам нужно отвечать вежливо, нейтрально, с деловым интересом говорить, что вот муж помогает вам там продвигаться по карьерной лестнице, там помогает вам познавать какие-то свои дела, или наоборот, что вы отказались от профессиональных дел с ним, потому что не хотите проблем, потому что у вас возникали конфликты на профессиональной основе. В этом нет ничего ненормального, в этом нет ничего негативного, об этом нужно говорить так, как есть. То есть, по факту, коротко, но без личной заинтересованности и без эмоциональной окраски. Деловые отношения любят конкретику и любят хладнокровие.
Очень важно показать, что вы в своем муже видите только партнера, когда речь идет о деловых вопросах и не более того. Ну и если вы с мужем действительно сейчас дело не ведете, то нужно сказать Денису, почему это так. То есть это произошло либо потому, что вы сами поняли, что вам не интересно, либо потому, что мужчины вы начали конфликтовать со своим мужем. И для Дениса, если он ищет пути сближения с вами, это послужит зеленым светом, он увидит брешь и постарается эту брешь заполнить. Далее вы спрашиваете, что если допустить мысль о совместной деятельности. Ну, во-первых, совместная деятельность – это деятельность взаимовыгодная, это работа. И ни жена, ни ваш муж официально и чисто формально никак к этому не могут препятствовать, потому что никто не запрещает вам вести партнерские дела. Да, это неприятно, да, может быть, это будет немножечко нервно, это, может быть, будет не очень хорошо для них, но это ваше право, как партнеров, как имеющих определенные наработки друг с другом, это означает только лишь то, что вы имеете на это полное право, и никто вам препятствовать в этом не может. Если Денис предложит вам подобную работу, если Денис допустит вероятность такого, это значит, что он этого хочет, это значит, что ему все равно на желание своей супруги, это значит, что он хочет быть ближе к вам, хочет работать с вами, это означает, что это именно тот мужчина, которого вы себе представляли, это означает, что вам не гоже будет, если он не обращают внимания в этом контексте на свою жену, то почему вы должны обращать внимание на своего мужа? То есть никто не говорит о том, что работа с вами означает развод с его женой. Никто не говорит, что работа с вами означает именно личное сближение с вами. Об этом никто не говорит. Но это говорит о том, что мужчина хочет вести с вами дела. И сколько-нибудь деловые люди понимают, что вы слишком долго были партнерами, чтобы вот так запросто этим пренебречь. И дело здесь не столько и не сколько в личных отношениях, сколько в сочетании профессиональных качеств, которые нельзя игнорировать и которые нельзя не использовать ради выгоды. Но вы были бы не самими собой, если бы этого не сделали. И если мужчина хороший профессионал, он предложит вам сотрудничество так или иначе. И не нужно путать это с личными отношениями. С личными отношениями между вами и своими вторыми половинками, с личными отношениями друг с другом. Может быть, на фоне партнерских отношений что-то между вами и будет происходить. Но изначально только деловые отношения. Это нужно понимать. Тем более, по прошествии какого-то времени, когда связь была определенным образом потеряна между вами. Надеюсь, достаточно понятно ответил на этот вопрос. Далее, если вы хотите возглавить его проект, об этом ему нужно сказать, так и сказать, что вы бы с радостью возглавили его проект. Просто это такое деловое предложение, в нем нет ничего дурного, нет ничего негативного, нет ничего личного. Это ваш, так сказать, ваш рабочий интерес, который вы имеете право выразить партнеру, выразить человеку, и уже его дело, как к этому относиться. Дальше, последний вопрос. Что вы должны себя спросить, чтобы не остаться в родовых очках?
Ну, вы знаете, вообще-то говоря, все уже, наверное, большая часть была озвучена. Мне бы хотелось только сказать, что вы рассчитываете на то, что мужчина изменится, что мужчина будет немножечко другим, что он не будет таким, как раньше, что ему потребуется время на то, чтобы, значит, как-то оценить то, что между вами сейчас есть. Мужчине потребуется время на то, чтобы адаптироваться к вашему общению. Возможно, это приведет к определенным новшествам в вашем взаимодействии. Возможно, это приведет к определенным нововведением в вашем общении, возможно, приведет к некоторым неловкостям. Не обращайте внимания на эти неловкости, это нормально, когда люди встречаются друг с другом по прошествии приличного количества времени. Просто старайтесь вести себя так же, как и всегда. Вот, а все неловкие моменты, если они будут, просто старайтесь сглаживать, не обращать на них внимания, и со временем, по крайней мере, я не думаю, что это ваша единственная встреча, а со временем все эти моменты во что-то выльются. То есть, либо мужчина как-то вам даст понять, что эти неловкости были вызваны, например, его страхом, что вы изменились, страхом, что вы другой человек уже, либо эти неловкости вызваны его симпатией к вам, либо чем-то еще. То есть причина этих неловкостей станет ясна в дальнейшем. Но именно на первой встрече они, скорее всего, будут, эти неловкости, и вам нужно относиться к ним так же, как вы, например, относитесь к внезапному дождю, например, который пошел тогда, когда вы его совершенно не ожидали. Или ожидали, но понимали, что его не избежать. Но при этом понимаете, что дела-то делать надо ведь, да? И поэтому отнеслись к нему как к неизбежному негативному варианту. Пожалуй, на этом можно закончить, потому что, в принципе, все вопросы вы, на все вопросы я постарался ответить, потому что, не думаю, и так получилось слишком много, не думаю, что вам нужно сейчас что-то еще себя спрашивать, думаю, что так недолго запутаться, да и слишком много информации, касающейся одной встречи, точно на пользу не пойду. Другое дело, что я понимаю ваши переживания, но могу сказать, что в момент встречи все будет именно так, как оно будет, как оно должно быть. А вы сейчас просто-напросто лелеете в своем воображении возможность выбора. То есть у вас возможность того, что вы можете как-то повлиять на эту встречу, на ее исход. В действительности вы никак повлиять не можете, потому что вы делали только то, что вы считали нужным, и это не изменилось. Если мужчина принимает то, что вы делали, это одно. Если мужчина не принимает, это другое. И с тем поделать никто не может ничего. Ни вы, ни ваши вторые половинки. Вот это главное, что вам нужно и требуется сейчас понять. Дальше по поводу вашего дополнения, которое вы написали мне уже в чате. Приветствую вас еще раз. Мне бы хотелось. Дело в том, что, понимаете, я вам хочу пояснить, как бы,
Ну, есть несколько моментов. Дело в том, что пришлось поставить на небольшую паузу запись, так как я долго достаточно говорил и требовала небольшая передышка. А когда я вернулся, то по привычке начал приветствовать, поэтому прошу меня извинить. Уже когда сказал, понял, насколько это нелепо выглядит. Значит, по поводу того, что вы написали дальше. Есть проблема, вы поняли насчет жены. Все правильно, все верно. И мне бы хотелось только сказать то, что мы не знаем, какие у них отношения. И мы не знаем, что происходило между ними. Может быть, проблема в ней осталась. Может быть, он изменил отношение к проблеме. Может быть, он увидел ее в другом ключе. А может быть, она с ним начала вести себя по-другому, и он пока сидел, видел ее в новом свете. И когда выйдет, будет постепенно разочаровываться в этом ее новом свете, и ему потребуется время для того, чтобы понять, что она для него значит и кто она вообще. Об этом можно только гадать, потому что речь идет об отношениях третьих лиц. Я рекомендую вам сейчас об этом не думать. Вы лучше пока сконцентрируйтесь на том, о чем мы говорили до этого, и постарайтесь именно на этом заострять внимание. А что будет между ними, вы пока не думайте. Если у них там все плохо, то все придет к своему логическому концу и так. Если все стало лучше, ну, со временем, например, то опять-таки вы с этим ничего не поделаете, и я не думаю, что вы захотите брать на себя ответственность по разрушению чьего-то семейного счастья, например. Почему он выбрал ее? Возможно, именно потому, что все женщины были слишком рафинированными. Все женщины были слишком сладкими, слишком мягкими, слишком податливыми, слишком слащавыми, вели сладкие речи, ублажали его, я имею в виду на слух, были такими женственными, такими прямо вот, ну, классическими женщинами. И его от них, скорее всего, уже просто-напросто тошнило. Он не воспринимал их как женщин. А его жена, она была другой. Она была грубой, неотесанной. И, возможно, ему показалось, что именно она искренне, возможно, ему показалось, что с ней легче, чем с другими. Возможно, ему показалось, что она-то говорит все как есть. Она говорит все как на духу. И, возможно, ему показалось, что она его никогда не предаст. То есть такие вот грубые люди, да, они, как правило, бесхитростные, они честные, они открытые, вот они все на виду. Возможно, именно это мужчине и нужно было в своей жене, чтобы он мог полностью ей доверять. Ну и, как мне кажется, отчасти он своих-то целей добился, потому что действительно она его не бросила, она вроде бы его подъехала. Да, она его поддерживала, она была с ним, она продолжала в него верить. Значит, действительно, когда он выбирал себе женщину, он специально выбрал не классическую женщину, которая вот, да, там имеет свои какие-то виды, у которой там двойное, тройное дно, а он хотел именно такую женщину, с которой было бы все ясно, просто, с которой было бы все понятно, и на которую он мог бы положиться. А положиться в чем? Не в делах. А именно вот в духовном плане, именно в моральном плане, он, наверное, такую женщину получит. Потому что будь на ее месте другая, которая, значит, прекрасная, как вы говорите, и так далее,
Ну, скорее всего, она бы его бросила бы как неудачника, бросила бы как сидевшего и так далее. А его жена, как видите, все равно осталась с ним. И, возможно, мужчина что-то в ней увидел. Возможно, мужчина увидел в ней как раз-таки ту преданность, ту ответственность, которая была ему нужна на тот момент. Конечно, на тот момент, когда он еще не встретил вас, я думаю, что после того, как он встретил вас и стал общаться с вами, его образ и понимание того, что ему нужно, несколько поменялось. Но об этом, опять-таки, можно только гадать и предполагать. Тем не менее, причина, по которой он выбрал именно ее, я надеюсь, вам ясна. Скорее всего, он выбрал ее как ту, которая выделялась на фоне всех остальных женщин. Уверен, она ему не льстила, не лебезила перед ним, она наоборот брала напористостью, грубостью, наглостью и так далее, и именно это в ней ему и понравилось, мужчине. Она выделялась, и именно потому, что она выделялась, он ее взял себе в жены, как не похожую на других, по крайней мере, на тех, которых он знал. Ну что ж, Ирина, много получилось сегодня. Я надеюсь, что вам это все будет полезно. Надеюсь, что вам это все поможет выработать какую-то стратегию, какой-то план. Я надеюсь, это ответит на многие ваши вопросы. Я надеюсь, что вы извлечете для себя что-то полезное. Ну, а я заканчиваю, я желаю вам всего доброго. И напоминаю, что если вопросы какие-то будут оставаться, присылайте, отвечу, с радостью вам помогу. Всего доброго!